Уникальные кадры, несколько десятков краснокнижных зубров в одном месте. Ради такого можно отправиться и во Владимирскую область. Зерно в зависимости от температуры окружающей среды. Чем холоднее, тем, значит, больше идет им корм. В основном корм пшеницы, поскольку она более калорийная. Василий Никитин работает в Клязьминско-Лугском заказнике шестой год. По образованию он биолог. Вместе с напарником делают все, чтобы популяция этих краснокнижных животных увеличилась. Под их ведомством 43 тысячи гектаров особо охраняемой территории на границе Владимирской, Нижегородской и Ивановской областей. Здесь у нас спектр достаточно широкий. Ну, как бы в зимний период это и кормление зубра, а так в основном охрана, соблюдение режима заказника. А как такую территорию большую патрулируете? На автомобилях, может, да, в принципе, да, обеспечены техникой, снегоходы, автомобиль, Нива. В весеннее время лодка. Летом зубры разбредаются по дремучим лесам трех регионов. Зима – единственное время, когда можно увидеть сразу несколько стад этих лесных исполинов в одном месте. Подкормочная площадка, она их объединяет, то есть объединяет стадо. Европейский зубр – это стадное животное. И они вообще, что летом, что зимой, что в другие периоды, они всегда передвигаются стадом. Стадо не превышает 20-25 голов, как обычно. Но в зимнее время, конечно же, они просто стараются не уходить с места подкормки. Хоть зубры и травоядные, а характером они схожи с коровами, в их стадах особые порядки. А при опасности полутонные исполины могут взять барьер не хуже скаковой лошади. Несмотря на то, что самец в полтора раза больше самки, в стаде зубров царит матриархат. Сейчас главная прима, но она же старая, ей 17 лет. Живут они примерно как коровы, лет по 20, так что сейчас в этом стаде за лидерство бьются вон тот зубр по кличке Красотка и Большерогая. По результатам прошлогоднего учета в заказнике насчитывается чуть более 70 зубров. В России их около 1500. Восстановление уничтоженного на территории нашей страны зубра началось в конце 1940-х годов. Самая крупная популяция была сохранена в Беловежской пуще. Известно, что это животное стало тотемным для многих деятелей искусства. Твой заветный напев, чудотворный напев, Беловежская пуща, Беловежская. В 90-е сразу два заказника было открыто во Владимирской области, а каких-то 100-150 лет назад зубр обитал по всей европейской части России. На данном информационном стенде вы видите ареал распространения и где звездочками отмечены места встречи. Вы видите, что вот на этой звездочке отмечено мы сейчас с вами, и мы находимся на границе с Нижегородской областью. И там он тоже был. Сейчас в России ведется массовое увеличение поголовья зубров. Когда в этом заказнике их станет достаточное количество, молодняк распределят по заповедникам в других субъектах. Не исключено, что в скором времени и по Нижегородской земле будет бродить бизон. Олег Лавров и Алексей Завулов. Время новостей.